Всем привет, друзья, канал Мусалим. Спецпортейш у нас в работе. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в салоне, где вибропласт присутствует. Крыша, голый металл. Смотрим по дверям. Вы же слышите, как звенят. И смотрим по багажнику. Пол в багажнике такой кусок вибропласта. Вот в задней арке у нас голый металл. А это в автомобиле одни из самых шумных мест. Подготавливаем поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на спортаже. Проклеены в пол багажники. Проклеены в задней арке. Замечательно прокатывали валиком. Проклеены двери первым слоем вибропласта. Проклеен пол в салоне. Закончили работу по проклейке крыши. В дверях приступили наносить второй слой. У нас мембранная шумоизоляция. Интегра 6 мм. Продолжаем работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Kia Sportage. Проклеен нашим поглотителем пол в багажнике. Используем Vision 6 мм. Мембранную шумоизоляцию наносим на задние подкрылки и передние. Передняя часть пола в салоне. Используем блок шок 7 мм. Третий слой нанесем в дверях. Вибропласт, толщина его 2 мм. Обработана крыша. Мембранная шумоизоляция Skyline 7 мм. Четвертый заключительный слой, который мы клеим в дверях, мы наносим на дверные обшивки. Эксперт, толщина его 15 мм. Собираем, проверяем, автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!